Как я говорил, у меня на балансе 9000. Не, нормально, 183 падает, более-менее. А, 1510 упал, да, найс. Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на скиндропчик. У меня на балансе 9000, этот баланс у нас остался с прошлого ролика. Мы там неплохо так окупались. Надеюсь, сегодня будет то же самое. Выбьем что-нибудь жесткое, там ножички, перчаточки. И просто окупимся хорошо, что, полетели. Но перед этим не забываем, что у меня 3 рандомных комментатора попадает в следующий ролик. Все, что нужно сделать, это поставить лайк под этот ролик, подписаться на канал, написать любой комментарий, и все, возможно, именно ты попадешь в следующий ролик. А также в моем телеграм-канале, который есть в описании под этим роликом, каждый день проходит розыгрыш на скинчики от 2000 рублей. Абсолютно каждый день. Если в каждом розыгрыше участвовать, ну рано или поздно по-любому выиграешь. То надо подписываться, пацаны. Все, теперь точно полетели. Как я говорил, у меня на балансе 9000. Пацаны, если вы хотите также покупать на скиндропе, вы можете ввести промкод Никелар и получить плюс 15% к пополнению. А депнуть можно всего. Скивался, карты, скинаем, крутой, как вам нравится. То есть депнули скинчиком 1000 рублей, уже на сайте получили 1150. Вы со старта в хорошем плюсе. Также, кто любит фул бездепозитные бонусы, вы можете нажать на вот эту вот стрелочку, галочку, нибу. Как это называть? Нажали. А промокод, вот сюда ввели тоже промокод Никелар, нажали активировать и получили от 5 до 100 рублей абсолютно на халяву. Я просто уже использовал этот промокод, но вы можете вот так на халяву попробовать залутать от 5 до 100 рублей, мне кажется, это правда мощно. Так, все, давайте закроем, на балике 9000 и полетели открывать кейсы. Предлагаю начать, наверное, с Wednesday кейс, 3 штучки вот так вот откроем. Так, а мне падает говно или не говно? Не, нормально, 183 падает, более-менее. Типа, не, даже хорошо, давайте еще 3 штуки. Горячечные грезы, 577, да, 200, нормально, нормально, сойдет. Можно сейчас, кстати, давайте еще откроем, короче, 5 штук, или сколько там максимум можно, да, 5, и сделаем контрактик. Так, ну сейчас упало, 1510 упало, да, найс, хорошо падает. Давайте из этого всего попробуем сделать вот такой вот контрактик. Вот такой контракт делаем, и полетели. У меня еще были каких-то 5 вещей, кстати, я забыл про них, ну ладно. 1800, ну там было намного больше, неприятно, конечно. Ну давайте попробуем апгрейдик. 3x вот на вот такой дигл. И вроде как я ж... конечно, выигрываю. Ладно, на балике 10 тысяч, нормально, мы пока в плюсе, где-то на рублей 800. Так, а давайте попробуем открыть что-нибудь из лимитированных кейсов. Я тут мало чего открывал. Давайте Atomic Heart. Heart, не знаю, как правильно. У меня блок с английским, но знаю сейчас, что эта игра такая на хайпе. То давайте 5 штучек за 3.75. Мне бы, если бы выпали, я был бы очень рад. Но мне падает, кажется, только говно. Да, тут что-то прям как-то грустно. Ладно, давайте продадим и откроем еще 5 штук. Может, со второго раза что-нибудь нормально упадет. Ну, вроде фамасы. Ну, не, ну вообще он ли говно падает. Ладно, давайте тогда вот такой контрактик сейчас сделаем. А потом, что падает нам? Апгрейд. И чисто на 5x вот так вот делаем. Не выпадет, блядь, нихуя. Ладно, 10058 на балансе. 500 тысяч открытий, типа самый такой популярный кейс. Нет, наверное, просто в честь 500 тысяч открытий кейсов, я понял. Давайте 5 штучек на 500, попробуем. Ну, мне вроде как упало только говно. Да, ну, мужик, может, ты как-то начнешь выдавать? То что это такое? Какой-то слив пошел. Так, ладно, давайте попробуем открыть кейс Тора. 249, хочу чисто новые кейсы затестить, найти окупаемые. Бля, ну, мужик, алло, ну ты будешь мне выдавать? Ну, так, ладно, окей. Давайте засекреченные, 2 штуки вот так на 758. Удаленный доступ. Да не, ну что это такое? Продаем. 8800 на балансе, мы уже ходим в минус. Давайте погодные стихии 5 штук попробуем на 745. Ну, вроде говно или не говно? Не, говно падает, слушайте. Ладно, давайте сейчас попробуем сделать контрактик. Вначале что-то мне прям хорошо падало, сейчас как-то так себе пошло. С контракта что тут? Ну, тут 164, понял, хорошо. А 10x вот так пытаемся сделать, вдруг повезет, 9%. Ну, кстати, как будто... Стой! Ну, ладно, 8096 на балансе, давайте попробуем азимов кейс. 2 штучки на 700. Давай, пожалуйста, калаш азимов. Афиг, это перебор, я понимаю. Но вот АК азимов за 4 можно. За 4000. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. 7600 на балансе. Я хочу сегодня не уйти в минус, потому что в позапрошлом ролике я подслил баланс. В прошлом я хорошо так его апгрейднул. И сегодня надо как бы, ну... Чтобы больше 5000, короче, оставалось. Потому что это я хотя бы буду с прошлого ролика в плюсе. Так, а давайте попробуем еще открыть левое-правое. Тоже что-то связано с этой игрой. Atomic Heart, не знаю, как правильно. Мне кажется, я неправильно говорю название, выгляжу как долбоеб, но ничего. Давайте 5 штучек на 500. А мне падает... Ну, что-то как будто только говно мне падает. Да, ну что это такое? Нужно как-то камбэкать. Я хочу сегодня не слить до 5000, то есть, чтобы было меньше 5000. Но и при этом как-то уйти в плюс. Давайте, может, Нинуар кейс затестим 3 штучки на 537. Тут падает мне... Да, я понял. В принципе, можно вообще не комментировать. Так, ну, я еще могу потратить 621. 5000, что я оставляю на next ролик. Давайте откроем еще раз погодные стихии. Может, этот кейс как-то все-таки меня будет окупать. 3 штучки вот так на 447. И падает мне... Говно. Ну да, говно. Ну, хочется рискнуть. Ладно, давайте оставим чуть-чуть меньше 5000. Я хочу что-нибудь дорогое напоследок открыть. Давайте, короче, тайное. На 2400. Если что, балик себе оставляет. Ну, то, что останется, это для next ролика идет.
Три штучки на 2400 полетели. Давай, пожалуйста, может тайна очень жесткую пойдет, я тебя прошу. Одно говно падает, ну что это, ну... Ладно, может контрактик выдаст, у меня тут как раз ширп какой-то остался, давайте вот так создать контракт. Пожалуйста, выдай что-нибудь хорошее, я тебя прошу, я продаю. Ладно, я еще попробую в апгрейдике это как-то хоть приумножить, 3x вот так вот делаем. Пожалуйста, 29% апгрейд, вот ты выдавай, и все, мы на этом заканчиваем, пожалуйста. А, кстати, может, стой, блять, ну какого, ну что ты? Короче, ладно, все, вот этот баллик я себе точно оставляю, пацаны, на этом заканчиваем ролик. Напоминаю, все, кто хотят открыть на скиндропе, вы можете ввести промокод Никелар, он вам дает плюс 15% к пополнению, вот сам промокод. А также не забывайте про бездепозитный бонус, вот сюда его нужно вводить и лутать от 5 до 100 рублей на халяву на сайте. Все, пацаны, на этом ролик заканчиваем, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем про мой телеграм-канал, в котором каждый день проходят розыгрыши. Ну и все, ну сегодня такой немножко неудачный ролик, но ничего, в next видосе камбэкнем, все, пацаны, всем большое спасибо за просмотр, всех люблю.